Ну что, мои дорогие, всем привет и желаю, конечно же, вам приятного просмотра. От всей души хочу поблагодарить вас за теплые комментарии и лайки, которые мне поднимают настроение. А я всегда с огромным удовольствием снимаю и монтирую ролики, чтобы поднять настроение вам, мои дорогие подписчики. А кто еще не подписался, предлагаю присоединиться к нашей компании в теплую и уютную атмосферу. Перед днем рождения Стаса я решила украсить дом. Повесила вот такие милые, красивые украшения, которые я заказывала на Озоне еще к своему дню рождения. Мне кажется, они просто идеально вписались в наш интерьер. И, конечно же, я сегодня буду прибираться в доме, так как праздновать мы будем юбилей Стаса у нас в доме. Ему исполняется 35 лет. А также хочу поделиться находкой, которая вас точно заинтересует. Уборку я решила начать с дивана. Вначале я его пропылесосила. Мальчики, как всегда, создавали суету на заднем плане. Уж очень они неравнодушны к пылесосу, мы все это знаем. В итоге я обнаружила какое-то пятно. Я взяла средство для чистки мягкой мебели и ковров в домах с животными. По инструкции я нанесла спрей точечно на пятно на 2-3 минуты. Потом нашла еще какие-то небольшие пятнышки, их тоже опрыскала. Через 3 минуты средство впиталось в диван, и я была в шоке, что пятно уже не такое яркое. Я потерла его влажной тряпочкой. Вы только посмотрите, как он быстро очистил все пятна просто за пару минут. Потом я вспомнила, что у меня есть еще моющий пылесос, и я решила почистить уже весь диван. Генеральная уборка так по полной. Посмотрите, вот тут было пятно. Я сверху прошлась еще раз пылесосом, диван просто как новенький. И вот какой результат. Я использовала чистящее средство Wonderlab для удаления пятен от животных на мягкой мебели, коврах, лежанках, на любых типах тканей. А еще подходит для текстильной обивки салона автомобиля. Вообще у Wonderlab очень большая линейка продукции. У меня только небольшая часть, вот она. Я почти все протестировала, кроме шампуня для собачек и кошечек, но мы обязательно это сделаем. И мне есть что вам сказать, так как для меня это теперь просто фавориты в уборке в доме, тем более где есть животные. По ходу уборки я продемонстрирую все в действии, и вы все сами увидите. Во-первых, вся продукция экологичная, но при этом очень эффективна и без запаха. В основе всех средств лежит уникальная разработка биомикрогель из яблок, свеклы и кукурузы. То есть она сделана из овощей и фруктов и разлагается на 98% за один день. Она помогает заключить грязь, жир, шерсть в оболочку, а потом смывается без следа. В составе нет токсичных компонентов, которые могут быть опасны для людей, животных, окружающей среды и септиков в частных домах. Кстати, всю продукцию вы можете найти на Озоне, а для вас у меня есть промокод. Он дает дополнительную скидку в 10% на всю продукцию у продавца Wonderlab на Озоне. Там уже средства по хорошим скидкам, а промокод сделает цену еще дешевле. Ну просто красота! Промокод будет действовать до 31 августа включительно на весь ассортимент, так что обязательно опробуйте вы. Ну а мы продолжаем уборку. Далее я приступила к очищению кошачьего лотка. Весь наполнитель я высыпала и пошла все мыть на улицу, так как мне показалось, там будет удобнее работать. Сейчас я наглядно покажу, как эко-гель от Wonderlab великолепно справился со своей задачей. У нас по краям лотка были какие-то странные пятна, которые, как говорил Стас, их очень трудно отмыть. Я, конечно, провела эксперимент. По инструкции нужно обязательно работать в перчатках. Для сильных загрязнений можно нанести гель на 2-3 минуты и далее потереть губкой или щеткой. Данный гель обладает дезинфицирующими свойствами, эффективно удаляет неприятные запахи и органические загрязнения. Кстати, им можно мыть не только кошачьи лотки, но и клетки у грызунов, рептилий и других животных. А еще вытирать метки, рвоту и подобные загрязнения. Там, где не было этого столетнего налета, средство отмыло лоток обычной губкой без усилий, а вот с этими пятнами пришлось хорошенько поработать щеткой. Но результат великолепный. Все отмылось. Я отправила Стасу фото со словами, что у нас новый лоток. Вердикт Стаса, что средство огонь, с чем я абсолютно согласна. После я вернулась в дом и начала вытирать все поверхности средством для ежедневной уборки. Его смывать не обязательно. Повторюсь, что так как в составе нет токсичных компонентов, он не навредит вам или вашему питомцу при попадании внутрь или в дыхательные пути. Хочу отметить, что нет резкого запаха и отдушек, поэтому безопасен для аллергиков. Спрей отлично удаляет пыль и загрязнения после животных, а также следы от лап, сладких носиков, остатки засохшей пищи возле миски на полу или других поверхностях. А теперь давайте перейдем к моему фавориту, и вы сейчас поймете почему.
Так, а сейчас я вам покажу на примере. Неделю назад первое средство, которое я пробовала из этой линейки, эко-средство для уборки для кухни. Сначала я отмыла плиту, и дальше я решила попробовать отмыть вот эту вот крышку. У меня их три. Я отмыла эту крышку, и у меня просто был, ребята, реальный шок. Она стала просто как новая. Вот сейчас я вам просто покажу на примере. Вот эти крышки я еще и не мыла. Здесь более-менее чисто, потому что у меня контейнеры стоят друг на дружку. Вот эти вот контейнеры, куда мы складываем раздельный мусор. Как я обычно делаю? У меня, в принципе, более-менее хорошо получалось меланиновой губкой. Но когда я узнала состав меланиновой губки, и мне вообще написали, что это вообще вред, ни в коем случае не надо использовать, я им уже не пользуюсь уже очень давно. Плюс у меня на кухне нет вытяжки, как будто чуть-чуть прилипшие, и к ним грязь просто прилипает за милое дело. Наносим средство. Слушайте, у меня реально за несколько минут просто все очистилось. Сейчас я еще наши стулья хочу белые тоже отмыть, потому что они точно так же обычной тряпкой мокрой не очищаются. В общем, я вошла в кураж и решила помыть все поверхности сильными загрязнениями, и не только на кухне. Такие как липкий налет от жира на кухне, в ход пошла и кофеварка с пригоревшей поверхностью, которой я никак не могла справиться раньше. А с этим средством все отошло вообще без проблем. И микроволновая печь, и те поверхности, которые мне казались чистыми, в кавычках, но по факту там было столько грязи, вы сами это видите. Главное, после этого средства нужно все поверхности протереть мокрой тряпочкой. Чистящее средство полностью смывается, не оставляет пленок и разводов, не содержит резкого токсического запаха, а еще препятствует осаждению загрязнений во время уборки. Получается, у нас вот здесь вот они грязные. Чистая тряпка, я ее сначала просто тру, прикладываю усилия, но все равно, как мы видим, то есть тряпка, конечно, не сильно грязная. И кресло, как мы видим, все равно, а после уже будем заниматься полами. Также оставлю на пару минут. Вот все, смотрите, грязь уже ушла, я еще даже не успела ничего оставить. Это я даже не нажимаю. Вот, кстати, смотрите, вам видно? По итогу я хочу сказать, что я очень довольна всеми продуктами, которые я использовала от линейки Wonderlab. Вы увидели средства в действии. Напоминаю, что в закрепленном комментарии я оставила для вас промокод со скидкой. Посмотрите, стулья просто как новые. Все чистенько, красиво. В остальных комнатах я, конечно, тоже прибиралась, но их не снимала, так как и света там мало, и интерьер мне больше нравится в гостиной. Все, теперь можно спокойно пылесосить. Пёсики меня хвалят или наоборот говорят, чтобы я лучше пылесосила. Не совсем понятно, что они говорят. Ну и теперь в моющий пылесос я наливаю немного средства для мытья пола в домах с животными. Кстати, оно расходуется экономично благодаря концентрированной формуле. И самое главное, что оно, конечно же, безопасно для животных. Ну и в заключение, перед тем, как пустить булочек домой с улицы в чистый дом, я, конечно, помою им лапки. Мне очень понравилась эко-пенка для мытья лап, она не сушит и не раздражает кожу, а также не остается на шерсти, поэтому средство безопасно для животного при вылизывании. А еще маленький лайфхак. Эту пенку можно использовать без воды. Это удобно, например, в гостях. Нанесите средство на лапу, как бы вы ее мыли, затем вытрите полотенцем или салфеткой. Дом сияет чистотой, я устала, конечно, но немного отдохнув, я начинаю готовить тирамису. Ведь день рождения Стаса уже на носу. Ну, как бы это было 13 августа, вы смотрите это позже, прошу прощения за задержку, но вы у меня золотые и не будете ругаться на меня. И я вам за это очень благодарна. Скоро все сами увидите, какой классный сюрприз я подготовила Стасу на день рождения. Я решила испечь два десерта, так как гостей будет много. Первый раз я готовила тирамису, а
Оказалось, что ничего сложного. Рецепт я нашла, как всегда, на Ютубе у блогера Ольги Матвей. Я часто беру у нее рецептики. Ну и, конечно же, я решила сделать торт. Корж я пекла в духовке. Правда, я взяла новый рецепт, хотя перед праздниками лучше не экспериментировать и брать те рецепты, которые вы уже проверили. Корж неплохо поднялся, но очень сильно крошился при резке. Раньше такого я не видела. И еще я его не пропитывала, так как обычно этого не делаю. Это не помешало бы, как мне показалось по итогу. В любом случае, все вышло очень вкусно. Единственное, что у меня села камера, и в итоге я вообще не сняла сборку торта. Поэтому пока я тут болтаю, покажу вам сладких булочек, так как в этом видео их было очень мало. Со свежей смородиной, которую я насобирала, я буду делать одну из начинок, но всего одну, так как ягоды очень кисленькие. И в прошлом году мне показалось, что несколько слоев из смородины были лишние, было слишком кисло. И это было абсолютно правильное решение в один слой. Ягоды я не пропускала через сито, так как это долго и все равно после блендера они не чувствуются. Но это как по мне. Также я сделала нашу любимую начинку, это заварной крем с цедрой лимона и половином сока лимона, не больше, так как у нас еще и кисленькая смородина. А еще для сборки я сделала крем-чиз на сливках. А какой в итоге получился торт, вы увидите в видео со дня рождения. Всех благодарю за просмотр, целую и увидимся в новых видео. Пока-пока!